армянскому народу предложили выбирать из двух зол. Об этом сказал Тренд, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова. Член экспертного совета Организации офицеры России Александр Перинджиев, комментируя проведение внеочередных парламентских выборов в Армении. То есть новых политиков в избирательном бюллетене не было, а старые уже показали себя. И в основном, мягко говоря, не с лучшей стороны. Поэтому армянскому избирателю было предложено выбрать между сбитым летчиком Кочеряном и битым руководителем Пашиняном. Но дело в том, что Никол Ваваевич отгреб за грехи своих предшественников типа Кочеряна. А вот Кочерян за свои грехи никак не расплатился и своих ошибок совсем не понимает. И не желает понимать, подчеркнул он. По словам Перинджиева, поэтому избиратели в Армении, действуя по русскому принципу, за одного битого двух небитых дают. Выбрали битого Пашиняна и не стали широко поддерживать сбитого летчика Кочеряна. Различного рода нарушения, конечно же, проигравшая сторона будет использовать, чтобы признать состоявшиеся выборы нелегитимными. Поэтому ожидаем применения технологий цветных революций со стороны сторонников Роберта Кочеряна. То есть борьба за власть в Армении еще не окончена. Теперь ход за проигравшей стороной, добавил он.